самая моя любимая гонка за всю мою игровую историю, да и думаю, не только моя, и многих-многих других, это Need for Speed Underground. И вот, наконец-то, Electronic Arts услышали наши мольбы и сделали что-то подобное, хотя бы Need for Speed Heat, в который я поиграл здесь на выставке Gamescom 2019. Демо была довольно короткая, поиграл я около 15, максимум 20 минут, но мне этого хватило для того, чтобы захотелось поиграть еще и еще. Началось все с того, что нам показали гоночный гараж, где мы можем, во-первых, кастомизировать весь автомобильный парк. Кастомизация, правда, была исключительно внешняя, было огромное количество параметров, мы могли менять какой-нибудь там передний бампер, задний бампер, кучу всего, но, правда, пока только визуальная часть. Не знаю, будет ли возможно апгрейдить, подбирать под себя внутренние характеристики автомобиля, но, по крайней мере, с визуалкой все просто отлично. Также в этом меню можно кастомизировать нашего аватара, одевать ему всякие брючки, костюмчики, курточки, ну, в общем, всячески его персонализировать. Ну, а дальше начались гонки, играл я исключительно живыми соперниками, удалось поиграть в две, одна была на 12 игроков, вторая на 8. Ну и первое, что активно привлекает внимание, это довольно такое аркадное управление автомобилем. Я слишком легко заходил в повороты на полной скорости, с включенным нитро. Чуть-чуть ручничок придавливал и идеально вписывался практически в каждый поворот. Если ты не вписываешься в поворот, начинается следующая история, которая точно так же активно привлекает твое внимание. Ты врезаешься в различные предметы, которые тебя совершенно никак не останавливают. Ты понимаешь, что ты их сносишь, они красиво разлетаются, какие-то звуки красивые ты слышишь у себя в ушах, но никак тебя это даже не притормаживает. Единственное, что может тебя как-то остановить, это машины и дома. Ты начинаешь взаимодействовать активно с другими автомобилями, вы начинаете подрезать друг друга, врезаться друг в друга, пытаться сбить другого с дороги. Ну и в какой-то момент к вам, конечно же, присоединяется полиция, которая вклинивается в эту гонку, и ее задача не победить, а наоборот остановить всех. И у нее периодически это довольно успешно получается. За вами гонится, конечно же, не один, а штуки 3-4 автомобиля, которые всячески вас таранят, перегораживают вам дорогу и не дают проехать дальше. Если вас поймали, то все, гонка закончилась. Еще что нужно отметить из не очень удобного, так как все гонки происходят на живых улицах, они, соответственно, трассы никак не отгорожены, и единственное, как мы понимаем, что вот мы все еще находимся на ней, это такие периодически появляющиеся по краям трассы всполохи цветные, такие линии, которые проносятся и исчезают. И так как они на трассе не постоянно, они как-то так мелькают, как бы примерно показывая вам путь, вы очень легко можете с этой трассы уйти. Как было обидно, когда у меня так и случилось. Я ехал самым первым, я выигрывал, мать его, гонку, и не понял, куда мне сейчас нужно заворачивать или ехать вперед, проехал вперед, и ровно в момент, когда я пересекаю улицу, происходит всполох, и я понимаю, что он идет перпендикулярно мне, то есть я уехал с трассы. Ну, конечно же, пока я разворачивался, останавливался, возвращался на трассу, я оказался уже каким-то там шестым, первым я так к финишу и не пришел. Было очень обидно. В результате, несмотря на то, что я показал всего две гонки, мне очень понравилось, очень хотелось еще. Атмосфера невероятная. Вот этот вот ночной город, долбит музыка, вы летите, блин, на всех парах, включаете нитро, ускоряетесь еще сильнее, обгоняешь одного, второго, третьего подрезаешь, четвертого врезаешься, чтобы еще удачнее войти в поворот, выталкиваешься его нафиг с трассы и летишь на всех парах. Очень весело. Потом еще полиция присоединяется, пытается тебя таранить, ты уходишь от нее, она переключается на остальных. Вообще красота. Да, аркадно, но очень-очень весело. В кои-то веки жду Need for Speed.